Детское радио представляет. Коля, Тима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Марк, Денис, Антон. Много есть имен на свете, может, целый миллион. Что значит «наши имена»? Веснушечка, а что ты приуныла? Да вот, смотри, я диктант писала, все-все ошибки проверила, и вот, пожалуйста. Ну и чего? Так пятерка же! С минусом, видишь, ошибка. А-а-а, понятно, ты в слове «ипподром» одну «п» написала. Ну, не переживай, эта часть случается. Потому что ее там вообще не слышно, эту «п». Зачем она нужна? Одной вполне достаточно, я считаю. Нет, Веснушечка, на самом деле это ведь от древнегреческого слова «хиппос». Я что-то слышала о хиппи, но думала, они были немного позже. Хиппи. Да, они были позже. Но вообще-то «хиппос» значит «лошадь». А похоже. На что? Ну, на звук лошади. Хиппос! А, в этом смысле, да. Неплохо у тебя, кстати, получается. Обожаю лошадей. О, кстати, Кипятоша, а нет ли какого-нибудь имени, связанного с лошадьми? Есть, конечно. Какое-нибудь необычное, наверное? Да нет, весьма распространенное. Филипп. Ой, а, я поняла. Там ведь тоже две «п». Именно. Корень «фил» означает «любовь», а «хиппо», как ты уже знаешь, «лошадь». Значит, Филипп – это тот, кто любит лошадей, совсем как я. Точно. А хотела бы, чтобы тебя звали Филиппа, или Филиппина, или Фифи. А что, есть и женский вариант этого имени? Я не знала. Есть, ну, правда, у нас он редко встречается, а в других странах весьма популярен. Например, в Италии довольно часто встречается Пина, Липпа, Филу. Это все сокращение имени Филиппина. А Фифи это где? Это во Франции. Так сокращают там имя Филиппин. Погоди, есть же страна такая, Филиппины, да? Есть. Островное государство в Азии. И названо, между прочим, в честь испанского короля Филиппа II. Ого, был и король такой? Да, и не один, и не только в Испании. А что, короли и лошади хорошо сочетаются. Филипп – отличное имя для принца на белом коне. Не обязательно. Вон, например, Филипп Киркоров, один из самых известных популярных певцов у нас в стране. А Филипп Брэдли Бёрд стал режиссером мультфильмов, снял мультик «Рататуй». Классный мультик, кстати, хоть и не про лошадей. Но теперь запомнишь слова с двумя буквами «П»? Конечно. Что значит «наши имена»?